Всем привет! Мы ведем очередной репортаж из лаборатории «Среда FilmLab». И сегодня мы вам покажем, чем отличается печать на двух очень хороших фотобумагах. Одна из них – глянцевая фотобумага Kodak. Называется Professional Enduro Premier. Это классическая фотобумага для цветной печати. Вторая бумага – это элитная суперглянцевая бумага Fuji Flex. Называется компания Fujifilm. Печатать мы будем вот этот вот среднеформатный негатив на фотоувеличителе Durst, который позволяет сделать ручную оптическую печать без использования компьютера напрямую с негатива на фотобумагу. В отличие от черно-белой печати, цветная фотография печатается в полной темноте, поэтому, к сожалению, мы с вами не сможем увидеть процесс, но зато сможем увидеть результат. Каких-то полтора часа и обе фотографии напечатаны. Пойдемте в багетную мастерскую, рассмотрим их внимательно под другим светом, под более ярким. Обе бумаги очень хорошо передают цвет, он незначительно отличается. Наверное, на Fuji Flex чуть-чуть более сбалансированный, чуть-чуть менее насыщенный цвет. Ну, это, наверное, на любителя нюансы. По цвету мне оба отпечатка очень нравятся. Теперь посмотрим на фактуру. Для этого я немного изогнул отпечатки в обратную сторону. Действительно, Fuji бумага более глянцевая, ее еще называют суперглянцевая, и выглядит это, в общем-то, фантастически. В некоторой степени суперглянцевость бумаги Fuji Flex уйдет после накатки на картон, но все равно это выглядит намного более эффектно, чем стандартная глянцевая бумага. Обратите внимание, насколько хорошо выглядят на этой бумаге фотографии, выполненные в низком ключе. Это связано с тем, что она очень хорошо прорабатывает глубокий черный цвет. Единственный недостаток бумаги Fuji Flex в том, что она достаточно дорогая. Она стоит примерно в 2 раза дороже, чем обычная глянцевая бумага Kodak. Поэтому мы рекомендуем эту бумагу для особенно важных и торжественных случаев. Кстати, насколько нам известно, Среда FilmLab – единственное в России место, где можно напечатать на бумаге Fuji Flex прямым оптическим способом с негатива, без использования компьютера. Заказать ручную оптическую печать и оформление фотографий вы можете в нашей лаборатории по адресу город Москва, улица Вавилова, дом 5.